Здравствуйте, мальчики и девочки. Наконец-то я выехал, выбрался на локацию, но не на ту, на которую собирался, потому что на мою любимую локацию сейчас не проехать, хоть и март месяц, но, к сожалению, дорог у нас в Подмосковье как не было, так и нет. Сегодня облет у меня вот такого вот коптера. Это коптер, построенный на базе рамы от Fuchser Aura 6 Pro. Установлен здесь волкснейловский VTX модуль Full HD, а также ELRS приемник от Beta FPV на 915 МГц. Стек здесь стоит от HackRC с 50-амперным регулятором и полетным контроллером на базе микроконтроллера F722. Вот, в принципе, краткие характеристики данного аппарата, краткий сетап. Значит, ребят, вот по моторам. Моторы здесь установлены тоже от Fuchser. Это Fuchser Datura размером 22,075 и оборотами 1960 киви. Коптер под 6S. Опа! Ну что за хрень? Отвалился бампер. Хотел вам показать, что у меня с обратной стороны такие моднячие леды. Вот, черт, без бампера буду летать. Ну нафиг. Ну что, начинаем. К сожалению, погода у нас абсолютно сейчас не летная, просто какой-то ахтунг. Ну, я не знаю, валит снег, и что из этого сейчас получится. Хотя бы одну батарейку я сейчас попробую отлетать. Но вот такая вот погода сейчас за окном автомобиля. К сожалению, блин, валит снег. Ну, давайте попробуем. Телеметрия потеряна. Парни, в общем, 6 минут 37, по-моему, секунд. Я отлетал на батке Avonic 1300 мАч, 100C, 6S. Прекрасный результат. Прекрасный. Мне вообще нравится все. Супер. Сейчас поставлю еще одну батку. Если честно, я даже вот реально устал летать, потому что погода, ну, не очень, если честно, вот сейчас нелетабельная. Вот. Поставлю еще одну баточку, попробую отлетать на этот раз на ЦНХЛ-ке. Она тоже 1300, но, по-моему, там 120C, она тяжелее. Вот эти вот авоники, они почему-то легче. Непонятно, по какой-то технологии, видимо, их другой изготавливают. И они достаточно легче ЦНХЛ-ек. Вторая попытка с ЦНХЛ-ками. Так, поставил я ЦНХЛ-ку. Сейчас заряд 4,16 на банку. Полетели. Ох, отлично летит. Где-то приблизительно, смотрите, 10% газа. Взлетает на 10% газа. И вот в плавном полете 10-11%. Так и летит. Летит просто как пушинка. Сейчас особо ветра нету, поэтому, конечно, сложно сравнить, как он будет себя вести в ветреную погоду. Бетка 4.4 вообще супер себя ведет. Вот пропоша никакого нету. Сейчас хреново, солнца нету, поэтому я текстуры снега не вижу, поэтому буду летать, ну, достаточно высоко. Сейчас низко летать опасно, потому что ни хрена не видно, где там эта земля. И вот ориентироваться будем только по кустам. Хотя, в принципе, вот сейчас у меня Full HD картинка. Я за каким-то бугром нахожусь, блин, иногда фрезы срабатывают. Вот в этом, кстати, и минусы Волкснейла. DJI на этом деле, я думаю, вообще бы не фризила. Ну супер, блин, как летает шестерка, я прям в восторге. Нереально мне нравится. Немножко половируем здесь по кустам. Ну вот, сколько я сейчас... Батарейка вот эта не свежая, скажем так. А воники у меня посвежее, чем вот эти ЦНХЛ-ки. Но даже сейчас вот, сколько я летаю уже 3 минуты, 4 практически. Кстати, отлично себя ведет ELRS-ка на 915 МГц. Немножко не привык я к зорок стикам, я их прямо ослабил вообще практически в нуляк. Очень чувствительные. Я, наверное, все-таки перейду полностью на зора.
от радиомастера. У меня моя вот ТБС-ка, да, Танго 2, она у меня как резервная будет. Ну почему на Зоро? Потому что Зоро, в общем-то, оно универсально. И у меня есть модуль внешний Crossfire, на него есть модуль VLRS. Так она, в принципе, на 2.4 VLRS. Вот, большего мне не нужно. А остальные там всякие форскай, это сейчас уже не актуально, по моему мнению. Так, уже начало подпикивать. 3.6 на баночку. Ну, я говорю, аккумулятор не свежий. Поэтому резкие движения, он, в общем-то, плохо на них реагирует. Приотвратнейшая погода, блин, скорее бы наступила весна нормальная. Все это растаяло, надоел уже снег. Напишите в комментариях, у кого уже весна пришла. Я хоть за вас порадуюсь. Ну все, 3.6, 3.5. Наверное, надо садиться. Ну, дури в нем еще много. Я вот сейчас в плавном полете летаю 14-15% газа. Ладно, еще чуть-чуть полетаю. Просто неохота по сугробам сейчас лазить. 6.38, ну давайте до 7 минут полетаем. В плавном режиме. Ну вот не ожидал я от Волкснейла такой заразы, засады, что вот за небольшими уже препятствиями уже фризит. Вот за кусты залетаю, я уже чувствую, что он фризит. Все, ребят, батарейка садится. Лечу на точку сбора. Блин. Не лачил я леды, но, в принципе, смотрите. Нормально, все мигает. Пока все живое. На самом деле, сам модуль волкснейловский я тоже не лачил. Здесь, в общем-то, лачить его даже непонятно как, потому что он полностью закрыт вот этим металлическим корпусом, это он же является радиатором. А так, в принципе, супер, блин, коптер летает просто огонь, вот огонь. Я думаю, что на этот сезон у меня это будет мой фаворит. На прошлом сезоне я летал в основном на своем кис-кисе, это коптер, который на полетном контроллере от FedTech. Я на него тоже делал обзор, здесь будет сейчас ссылка, смотрите, кто не смотрел. А так супер, супер. Все, давайте, на этом все. Надо закругляться, потому что погода еще хреновая. До новых встреч, так сказать, уже в лучших условиях. Пока.